Современный человек в последние годы огромное количество времени проводит дома за телевизором, на работе за компьютером, а в свободное время в смартфоне. Нагрузка на глаза многократно возрастает, именно поэтому здоровью глаз необходимо уделять особенное внимание. Как не допустить и выявить, вылечить заболевание глаз? Специалисты клиники современной офтальмологии дают четкие рекомендации. Все подробности у нашего корреспондента. Ирина со школьной скамьи испытывала дискомфорт и неудобства из-за близорукости. В феврале девушка пришла в клинику современной офтальмологии и уже в начале марта взглянула на мир другими глазами. Это мешало комфортной жизни. Головная боль из-за плохого зрения по вечерам. Первый день после операции, когда я вышла на улицу, я с жадностью рассматривала человеческие лица. Действительно, мир меняется и качество жизни меняется. Ирине провели эксимерлазерную коррекцию зрения методом фемтосуперлейсик. Зрение вернулось сразу же. Спектр услуг, которые оказываются здесь, без преувеличения широкий. Клиника оснащена новейшим диагностическим оборудованием, позволяющим быстро и точно провести обследование пациентов с любой глазной патологией. Машина позволяет выявлять на ранних стадиях заболевания сетчатки, зрительного нерва, глаукомы, позволяют рассчитывать правильно лазерные операции на роговице. На вооружение клиники в ближайшее время поступит трехмерный оптический когерентный томограф Тритон Плюс. Но даже самое современное оборудование беспомощно без специалистов. К слову, здесь работают врачи, которыми гордится клиника с многолетней историей и надежной репутацией. Клиника открыла свои двери в 2004 году под названием «Офтальмологическая клиника «Взгляд». В 2014 году произошел ребрендинг, и с этого года мы называемся «Клиника современной офтальмологии» имени Ивановой Натальи Алексеевны. На сегодняшний день это, наверное, самая крупная частная офтальмологическая клиника в Твери по масштабу оказываемых услуг, обилию качественного современного оборудования для диагностики и лечения, в том числе оперативного. И по кадровому составу у нас работает 17 врачей, 3 кандидата медицинских наук, подавляющее большинство врачей имеют высшую квалификационную категорию, есть и молодые перспективные доктора. В структуру клиники входит и детское отделение, где успешно ведут детей с разными заболеваниями. Прогрессирующая миопия, косоглазие и амблиопия. Также есть собственная аптека и оптика, где можно приобрести все, что необходимо сразу же после приема у врача.